Учебную пристройку к зданию гимназии номер 14 на улице Крылова возведут в 2023 году. Новый корпус будет рассчитан на 500 мест. По объекту уже разработана проектная документация, заключен договор на проведение экспертизы. В здании разместятся учебные классы, лаборатории, мастерские, актовый и спортивный залы, библиотека. На прилегающей территории будет стадион и места для школьных мероприятий.